Сразу несколько выставок откроют в музейном комплексе парка Толстого ко Дню Победы. Среди них творения Романа Фашаяна, маршалы Жуков, Рокоссовский, известные военачальники царской России, журналисты в горячей точке и, конечно, истории обычных людей, которым пришлось пройти все ужасы Второй мировой. Все это можно увидеть в скульптурах мастера. Эта выставка посвящается защитникам русской земли. Мои родственники и дед, и его братья, и другие родственники мои по материнской линии. Все были участники Великой Отечественной войны, и я для себя, так сказать, выбрал эту тему, посвятить именно вот этим людям, которые отстояли нашу победу. На выставке представят и труды учеников Фашаяна. Около 30 картин мастер провел конкурс на отбор среди 2000 работ. Свои работы к выставке готовит и Константин Синявин. Скульптуры известных военачальников, уроженцев Химок, Москвы, героев обороны Севастополя. Ключевой обещает стать планшетная фотовыставка, подготовленная музеем ко Дню Победы. С ее помощью посетители смогут узнать, как Советский Союз готовился к своему первому параду Победы. Хроника архивных лет, документы, оригинальная речь маршала Жукова с его правками и даже выпуски газет в дни объявления капитуляции Германии. Экспозиции откроют 8 мая.